Что происходит? Что? Она разрушитель. Привет, я Аня, и вы на канале Magic Family. И со мной здесь мои собачки, которых вы давно не видели, и другие питомцы. Но сегодня мы будем вместе с вами организовывать комнату для нашего нового члена семьи. Котеночка девочки, которую я спасла ночью недавно из канализации. Если вы не в курсе еще про нее, посмотрите предыдущие ролики. И она, к сожалению, у нас сейчас на карантине, то есть не может познакомиться со всеми другими животными, потому что болеет всякими каками-бяками, типа глистов, блох, ушных клещей. И я не хочу, чтобы она кого-нибудь заразила, но скоро мы обязательно от всего избавимся, вылечимся и будем знакомиться. А пока нужно организовать ей комнатку. Так что сегодня мы в своей новой комнатки. А вы скорее подписывайтесь на канал и жмите колокольчик, чтобы не пропустить новые ролики с этой малышкой и другими моими животными. А мы начинаем. Сейчас я все поближе покажу, мы поразглядываем, а еще будем играть сегодня вот в такую вот игровую станцию для кошечек и котят, потому что я покупала ее для щеночка, но как-то Юми ею особо не заинтересовалась. Я думаю, малышке точно понравится это дело. А еще, ребят, в прошлый раз я просила вас проголосовать за имя, и большинство проголосовали за Милку. У меня лично в жизни первый раз такое. Иди сюда, что я не могу выбрать имя для своего питомца. Это так на меня не похоже. Я обычно всегда быстро выбираю имена, и они приходят в голову сами. А тут мне понравились еще имена: Мяу, Ася и Алиса. Так что проголосуйте, пожалуйста, еще раз в вопросике. В коллекцию к нашей единственной мышке я нашла еще вот такого вот мышонка в игрушках. А подписчица из нашего города подарила нам еще две вот такие вот мышки. Кто не в курсе, мы строим дом, и поэтому снимаем квартиру в небольшом городе. И здесь есть единственный зоомагазин, в котором практически ничего нет. А комнату для малышки нужно делать прямо сейчас, и поэтому... Ой, я не могу. Я все необходимое своими силами для нее организовала, но в скором времени я поеду в зоомагазин за покупками для этой малявки. Так что, если вы хотите видео о покупках для котенка, видео... О покупках для котенка, домик когтеточка, кошачья лежанка и другие кошачьи штучки, ставьте лайк этому видео. И я обязательно его сниму и все вам покажу. Да. Кто-то там ее слышит и гавкает. Это Софи. Ребенок уже пытается распаковать скорее свою игровую станцию. Так что давайте спешить. Вот здесь вот у нее стоит туалетик с наполнителем. Она входит сюда. Когда вокруг... Что она делает? Она сейчас ее сама распакует. Когда вокруг у кошки чисто, и в доме чисто, и нет никаких запахов, она прекрасно будет ходить сама в туалет. Потому что здесь можно копать, ей нравится этот наполнитель, и, соответственно, она не будет никуда ходить в другое место. Поэтому именно здесь мы приучаемся ходить в лоточек. Вот, мы пописали. Вот так. Закопали. И все у нас хорошо. Ну ладно, ладно, хватит уже закапывать. Ты закопала достаточно. Смотрите, все попрятала. Милка, Мяу, Ася или Алиса. Короче, Масявка, Малявка, Кисявка уже требует скорее открывать свою игровую станцию. Сейчас пока я открываю. Видите, кстати, ушки такие, как в масле. Это мы их обрабатываем, постоянно вытираем, там все вымываем. Ей, конечно же, это не нравится. Она кричит, возмущается. Не играй с руками, вон у тебя гора игрушек. Что ж ты такой за... И умываться, ну, конечно. В общем, я открываю это чудо, потому что она уже просто требует скорее открывать. Сейчас, подожди. То есть потом, конечно же, ее лоточек переедет в туалет, но она уже будет приучена. Упс, ходить в туалет. Ну и когда она совсем выздоровеет и сможет познакомиться с животными, комнату мы разберем, и она будет жить со всеми. Но, конечно, у нее будет свой уголок, тем более, если я ей куплю ей дом, когтеточку и так далее. Такая вот божья коровочка. Все, все. Она мягонькая такая, на ней просто можно спать. И здесь вот такая вот конструкция, к которой приделаны игрушки самые разные для кота. Вот такое вот развлечение для малышки. Я думаю, нас будут сопровождать эти звуки еще долго, пока она не уснет. Смотрите на это. Что ты делаешь? Что?
что? Офигеть! Ну, конечно, Юми не нравилась эта штука. Она не догадалась до такого просто. Что ты творишь? Ты что творишь? Как ты это делаешь? Посмотрите. Ой! Кошки — это нечто невероятное. Просто это не собаки. У собак тоже свои как бы причуды. Собаки тоже клевые, но... Что происходит? Что? Она разрушитель, она убийца просто. Вот радости-то! Вот радости! Радости у ребенка! Не было никогда столько игрушек. И такого развлечения. Это же целый аттракцион просто. Ну все. Так, мы сейчас проверим, какая игрушка больше нравится Масявке, монстру нашему, котомонстру. Интересно, ей нравятся больше вот эти вот звеняшки, которые внутри? Почему-то она на мышку внимания не обращает совсем. Ты-то обнимает такая ее, обнимает. Так ты ложись сюда, спиной, спинкой и с... Зачем комментарии какие-то излишни просто? А пока у нас вот тут вот организовано место для воды и еды. Кое-кто воду уже пролил, а миску для еды положил мячик. На коврике розовеньком My Princess, которая сейчас уже Что там? Кое-кто решил, что надпись должна лежать, а не стоять. Очень просили вернуть лежанку покемона Юмичу, потому что покемон она, поэтому у этого маленького разбойника, точнее разбойницы, есть теперь вот такая вот лежаночка. Что она там хочет? Ей она тоже очень нравится, а еще у нее здесь лежит вот такое вот сердечко от подписчиков, розовое, красивое, которое тоже подвергается нападкам и уничтожению. В коллекцию к нашим мышкам разных размеров и мячикам, и вот такой вот маленькой сумушке-пищалочке. Добавились три вот таких вот пушочечка цветных, они ей тоже очень нравятся. А еще вот такая вот маленькая игрушечная зебра из веревочек, которая тоже, по-моему, нас очень веселит. Ну прям вообще можно целыми днями заниматься этим убиванием маленькой зебры и не отдавать даже мне ее. Сама же упала, дурочка. На осень я покупала своим собакам вот такую вот палаточку, но малышка ее очень облюбовала, она ей понравилась, видимо, потому что она такая закрытая, и там как бы как норка получается, и поэтому я решила пока что отдать ее ей. Постелила туда пледик. Да, нам тут очень весело, как вы видите. Так что в ее комнатке теперь стоит вот этот штабик. Это можно снимать бесконечно и видео сделать просто на час. Наблюдать за тем, как этот маленький разрушитель... А, вот еще в чем фишка. Игрушки продолжают болтаться. Из-за этого они ее заинтересовывают. И она возвращается. И нападает снова. Убийца. Очень многие спрашивают про то, как поживает Софиша, как она себя чувствует и как лечим котеночка, то есть как я обрабатываю ему ушки и вообще что делали. Так что я думаю, может быть, в ближайшее время сниму видео «Домашний доктор для своих животных». Короче, это маленькое чудо, можно снимать бесконечно. Надо устроить какой-нибудь пранк над котенком. Вызовет обязательно снять видео реакции с собаками, с другими животными и вообще их отношения снимать. Это будет очень интересно наблюдать, я думаю. Что это было? Я не могу. Вот это самое убийственное, конечно. У нас тут еще поступили игрушки. Кому-то очень нравится, как шуршит пакетик. Пакетик тебе нравится? Смотри, как звенит. Котявка, ты уже спать хочешь, по-моему. Да? Вчера, кстати, на своем канале Animagic я сделала такой своеобразный влог и показала немножко городок, в котором мы живем все. Переходите по ссылочке, посмотрите, мне кажется, многим будет интересно. А еще мы очень любим лазить по высоким поверхностям, и поэтому нам срочно нужна какая-то такая высокая штука, типа дома когтеточки с разными уровнями.
Ну и вот такая наша комнатка. Я думаю, нам здесь точно будет весело, а не скучно. Мы выздоровеем и поскорее будем знакомиться с другими животными. А ты подписывайся на канал, чтобы не пропускать новые ролики. И голосуйте, переходите по ссылочкам в описании на другие каналы. Там тоже видео. И увидимся скоро!